Добрый день. Сейчас я вам покажу результаты прививки черешни на вишню. Вот смотрите, у нас вишня. А вот нижние ветки обрезаны. Вот это ветка черешни. Привитая. Вот здесь видно. Прививка. Дальше. Точно так же еще одна ветка. Здесь вот на ветку привита. Две веточки черешни. Вот видно, как она прижилась, два бугра. И вот точно так же здесь ветка вишни видно, непривитая, а здесь вот привита черешня, тоже прижилось две ветки. Вот еще одна вишенка. Это вообще карлик. Даже не знаю, какой сорт. И вот на боковую ветку привито две веточки черешни. Прививалась под кору. Вот ей этим веткам уже 2 года. Вот они уже такие большие. Здесь тоже видны цветочные почки. В этом году будет много ягод. Вот здесь видно, как она прижилась. Под кору было привито две веточки. Вот они разрослись. Вот еще одна вишенка. Вот она. И вот тоже на нижнюю ветку способом под кору была привита веточка черешни. Вот она хорошо прижилась. И тоже вот цветочные почки в этом году будут плодоносить.